Привет, сейчас я буду делать пакет-трейсер 7.3.2.4. Здесь у нас трэблшутинг, но связанный с ACL, то есть списком контроля доступа. А вот у нас есть таблица, и вот у нас есть как бы задание, или в общем то, что должно быть в сети. То есть у нас хосты из сети 192.168 не должны иметь доступ к каким-либо устройствам сети 10.0.0.0. Ну и так далее, здесь вот 4 пункта. А, и у нас есть три проблемы, с этим связанные. Здесь у нас описана проблема, нам нужно только ее решить. А, первая проблема. Опять же, эта сеть, про которую я говорил, 192.168, должна не иметь доступ, а она его имеет. Давайте это исправим. Открываем R1, командная строка, enable. Давайте сразу посмотрим show access list. И видим, что у нас настроено три списка. From 192, 10 и 172. Видим первый, он у нас запрещает вот этой сети доступ куда-либо. То есть нужно ее настроить на определенном интерфейсе, и туда доступ будет запрещен. Здесь настроено все правильно, можно сверить с таблицей. IP правильные. Возможно, проблема в том, что оно не настроено на какой-либо порт. Давайте это проверим. Show run. Смотрим текущую конфигурацию. И видим, что у нас настроено списки настроены на двух портах из трех. Давайте настроим их правильно. Заходим в конфигурацию. Configure terminal. Здесь пишем, заходим в интерфейс 0.0. Интерфейс G00 и прописываем здесь наш список, где он, вот, from 192, скопирую его название и здесь ввожу IP, access group, вставляю и out. Все, мы настроили на этом интерфейсе этот список. Давайте теперь проверим, устранила ли эта проблема. Заходим в L2. Он не должен иметь доступ к L3, например. Командная строка, ping и IP-адрес L3. Вставляем. И мы видим, что у нас destination host unreachable. То есть ACL настроен правильно. Давайте настраивать дальше. Первую проблему мы решили. Вторая проблема. L3 не должен иметь доступ к обоим этим серверам. То есть у нас на R1 должен быть закрыт доступ для сервера 1 и, точнее, для L3. Вот, должен быть закрыт доступ. Давайте это проверим. Do show access lists. Вот, мы видим наши списки, опять же. Видим from 10, и здесь у нас deny host 10.0.0.22. Давайте посмотрим. 10.0.0.22 у нас нету, то есть 10.0.0.2. Как раз наш L3, которому доступ был, должен быть запрещен. То есть у нас опечатка в IP-адресе. Это исправить довольно просто. Ну, точнее, не очень просто, но, в общем, надо исправить. Заходим в конфиг. Здесь давайте зайдем в настройку именно одного определенного списка. Это наш список from 10. Скопирую название. И ввожу IP Access list, вставляю название, точнее сначала не название, а идет standard в конце буква D и название. Заходим в настройку этого списка и давайте его очистим полностью. No, deny, вот мы видим, что у нас есть, мы можем просто вот так вот скопировать, только перед этим no. Например, no, deny, host. Секунду. No, deny host. Этот. Этого хоста у нас нету, но, например, в сети он может появиться в будущем. Поэтому лучше очистить список, так как в нем опечатка. Ну и no permit any. No permit any. И заново введем. Например, deny host, только без двойки. И permit any. И давайте еще раз сделаем do show
process lists. И посмотрим список наш from 10. Он изменился, и теперь здесь не 22, а 2. То есть все правильно. Давайте попробуем cell 3 пропинговать на второй сервер. Desktop, командная строка, ping и IP-адрес сервера 2. Можно также и на первый. Вставляем. И мы видим destination host unreachable. Значит, все правильно. Давайте еще на первый сделаем на всякий случай. Ping. Вставляю. И то же самое. Все, мы исправили вторую ошибку. Осталась одна последняя, третья. У нас хосты из сети этой сети не должны иметь полный доступ к серверу 1. Они его не имеют. То есть, опять же, посмотрим наш список. Мы видим, что у нас from 172 запрещает хосту с вот этому IP-адресу доступ, а его запрещать не нужно. То есть, опять же, мы заходим просто в настройку этого списка, пишем IPSS list, вставляем его название, он у нас называется from 172. Главное написать название правильно, а то вы создадите новый список. И здесь перед этим названием слово standard. Все. И опять же no deny host. Копируем. Вставляем. Все. Можно опять сделать do show. И видим, что у нас теперь этот список, по сути, ничего не делает. Разрешает всем хостам. Где бы он ни был введен, он никак не повлияет на работу сети. А в итоге мы исправили все три ошибки. На этом все. Пока.